Всем привет! Сейчас у нас время 12 часов дня. Мы успели с Гугариком вместе просыпаться. Гугарик покушала, поиграла, опять-таки поспала. Я за это время чуть-чуть убрала из дома то, что она разбросала по дому, я собрала. Она заснула, я пошла в соцап, сделала некоторые документальные работы, сделала все, пришла домой. И сейчас Гугарик кушает апельсинку с печеньем, закусывает. А я голодна, не знаю, что кушать. Дома есть мясо готовое, куриное, есть салатик. Но я что-то такое хочу, не знаю что. И что думаете? Я смотрю одного блогера. Ну, девушка одна живет сейчас в Корее и учится там. Вроде у нее такие однотипные влоги. Она просыпается, идет на урок, приходит домой, дома нечего кушать. Но где-то час-полчаса у нее эти видео. Вроде бы такой информации, как особой нет, но смотрится. Короче, о чем это я? Про то, что эта девушка только что видео кушала кашу. Я вообще-то кашу не люблю, кашу, овсянку. Но захотелось. Сейчас сделаю себе кашку с бананом и с апельсинками. И буду пробовать. А Гугарик кушает апельсинку. А если точнее, цедру. Она апельсинку не кушает, кушает цедру. А это вот моя каша, которую я сейчас буду кушать. Выглядит, конечно, не аппетитно, но надеюсь на вкус. Надеюсь на то, что бананы, банан и апельсин дадут вкус этой каши. Покушаем. Кто кушает, всем приятного аппетита. Так как это полезно, все съедим. Как? Дома мы с Гугариком были одни, и пришли рыбаки и принесли карасика, маленький карасик. Поймали из озера. Помните, у меня было видео, где там самолет был. А Гугарик увидела, что рыбка плавает, порадовалась. Я думала, что она испугается, но нет. К нам еще пришла тетя. Скажи всем привет, тетя Рая. Гугарик порадовалась, что дома появились еще кроме нас с ней люди и плюс рыба. Тетя Чавиряк, Тарая, кто ты? Вахлана. Рыбка плавает. И я зима ведь тикуни лагана, а? А я пока что пью чай. Это Гугарик кушала вчера, столько осталось. А это я вчера ночью испекла. Неудачно получилось, до этого хорошо было. Все, что есть на столе, это все было на полу. Я убрала наверх. Джан! 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 Оп! Ты на это ракава. Иски, зоти! Де парне, урачику на парне. Молодец, ктитик. Де ктитик, чуя. Батя же чадом, а там и думаю. Я пусть. А мой пальчик без торинг. Не пальчик, чикунин пальчик. Че, фу. Че, фу.
Детатки к тебе мячи порнаджугуна. Опа! Молодец! Ой, ты какая головчина! Бля, молодец, Гохарик. Молодец! А ты все. Молодец, Гохарик, молодец. Ты какая головчина, бля, сейчас. Пони, молодец! Вы это видите? Ждем проверки от Ютуба. Надеюсь, что все будет хорошо. Наконец-то, после долгих мучений, я сделала второй шаг, выполнила. Как хорошо. Сегодня 6 число, 6 апреля. И это не снег, это град. На видео не так эффектно все это выглядит, как на его. У меня чайник скипел. Все? Здесь вообще говорят, что после марта пора улырь. Козлята. Погода так называется. Сейчас я перенесу камеру на тетю, и она вам расскажет, что это означает. Ты... Татика уликнерен танама дашт. Ляв аревот оляо. Танама канач хотор утен. Фоткали тетю. Нумен аз нумен дашты. Калькуты. Бернума уже каркота галис. Апрели хингин. Марта верчацац, хингор анцац, апрели хингин вецин, уже каркота галис, татики уликнеры, котору татика джур дараз, вазелев галис ахаснум тун, трахамар, айт орерин, марти верчиц, апрели мечев хинга веце, кочума парави улерь. Воровете парави улере айт ору. Айт ору. За эти дни происходят вот такие вещи. Вот такие вещи. Татике, сегодня все. Тата улика. Все, уже дождь идет. Чё, такое ощущение, как будто бы у нас снег был. Сейчас фоткаю и отправлю всем родным, пускай думают, что у нас здесь снег. Вчера привезли рыбку. Всю ночь она прожила. Сегодня утром уже лежала бочком. Думали, что все. Но Сурин взял и поменял ей рыбке водку. Водку. Рыбке воду. И она проснулась. Значит, Сурин правильно говорил. Рыба просто спала. Гугарик очень хорошо игралась с рыбкой. А мы только что поужинали, я помыла посуду и готовимся, переодеваемся и едем в гости. Все, тебя не буду снимать. К сожалению, в гостях я не буду снимать видео, потому что мы едем играть лото. А кому мы едем, они не хотят, чтобы я их снимала на видео, поэтому... На этом мое видео заканчивается. Всем пока-пока. Или нет? Ну, посмотрим. Короче, если на этом закончится, всем пока-пока. До скорой встречи. Увидимся.